Давайте уже выбрасывай. Здорово, народы! Итак, ночь уже, можно сказать, в самом разгаре. Вот. Ночь. Всем известно, да? По какому поводу мы все здесь сегодня собрались? Это языческий праздник Бельтайн, или канун Мая, или, ну, в просторечии, Вольфругиева ночь. Вот. Так привычнее всем, да? Вот. Ну, что я могу сказать? В давние времена наши предки, да, далекие, они приобщались к мистицизму, ритуалам и пытались пробудить тем самым силы природы. Вот. Сегодня мы все цивилизованные, такие все из себя жители каменных джунглей, но, естественно, так как мы все такие из себя цивилизованные, мы не будем бить в бубны, да, и прыгать через костры. Мы будем, вернее, не мы, а музыканты будут бить барабаны и играть на гитарах. Тем самым приобщая всех вас, уважаемые друзья, к неким первозданным силам природы, которые в эту ночь имеют особую активность. Так что слушайте музыку сфер и слушайте музыку онстейдж. Спасибо клубу «Феникс» за предоставленное место и время. Давайте поприветствуем группу «Иисус на велосипеде». Они сегодня первые. Тепло встретим и тепло отреагируем на их потрясающую музыку. Рекомендую всем не просто сидеть за своими столами, а выйти и подвигаться, приобщаясь к мистицизму сегодняшней ночи, друзья. Спасибо. И не забываем, что в гримерке гримируют. Это реклама. Искажай и возвышай.
держал ее за руку, привычка бы за мной приду, увлекая собой на эту прогулку хуёвыми и нетрезвой памяти. Thank you.
любит быка, она любит быка. Он превращает снег в пса, легко берет ее на руки. Он сыпет глаза чужой порошок, он отдается и возмущается. Любит быка, любит быка, она любит быка. Сила на плечо, от года до пяти хуйла.
Thank you.
поклялся королю ворон. Наживка, чтобы на следующий концерт пришли.